Юбилей большого телевидения «Белорусский эфир» празднует 60. Начиная с сегодняшнего дня, еженедельно по субботам в «Панораме», наши корреспонденты будут рассказывать современную историю главного медиахолдинга страны. В «Белтелерадиокомпании» работают 1500 человек. Они создают контент 6 каналов, каждый из которых индивидуальность не только республиканского, но и международного эфира. Культурно-просветительскую нишу занял «Беларусь-3». Привитание, моя маленькая, какое счастье! И вам добрый вечер, деточки. Я не ведаю, у твар, але одразу познают по голосе дети. Актриса Інна Ганчар на протягу 9 годов оживляет одну из ведущих программы «Колыханка» – Лисичку Яну. У кадры только лялька. Сама актриса хавается под столом. 6 годин працы с вытягнутой рукой, и так несколько разов на тыдень. Работаем. Ой, дядя Дуля, добрый день. У нас есть один маленький секретик, нам не треба вучить никакую роль, але мы, конечно, на передадні ее читаем, але завсёды есть куды подглядеть. А у кадры это отрымливается все хутенько, легонько. У компании Маляваныча топы бульбинки, еще десятка персонажей, маленькие белорусы засынают на протягу 35 годов. Не глядячи на сталый взрост и сегодня, «Колыханка» одна из самых рейтинговых программ телеканала «Беларусь-3». Дарэчы, это один канал краины, который отродил еще советскую традицию дитячего вещания. Так, додатковые веды дает школьникам телевикторина «Размовляем по-белоруску». Основная мета телеканала завсёды была, и сегодня она застается, это позиционирование белорусской культуры, белорусского мастерства и увогуле культуры в широком сенсе. Амаль 20 уластных проектов. Больше из них выходит на родной мове. Дискуссии на культурные темы веде передача «Диаблог». Адраджение музычной спадщины занимается программа «Наперед у минулое». А вось проект «Сила веры» популярно рассказывая про традиции разных конфессий, свыше 80 выпусков. Яны знакомят глядачов с помниками культу, предметами, местами, которые вылучают могутную энергию. Много мы показываем и костелов, и мечетей, и синагог, и церквей, и монастырей. То есть это, ну, здесь еще надо не упускать и культурный момент, и исторический. То есть ведь это все еще и памятники архитектуры. Что день у эфира стужки уникального кинофонду. Тут и экранизация литературных творов, фильмы замежные и айчынной вытворчасти. Так само у культурном контенте театральные спектакли, концерты. Сучасная национальная эстетика белорусского света. «Беларусь-3» вошел в историю не только как первый светницкий, але и лічбовый канал краины. Сегодня рыхтуется шерох премьер аккурат до дня рождения вяшчальника. У лютом третьей кнопцы исполнится 3 года. Інна Пілевіч, Рыгор Крыштафович и Александр Бірэцкі, агентство «Теленавін».